Хоста опять. Да что ж мне хоста? Вот всю катку хоста до хоста. Да вы посмотрите. Сейчас мы, короче, тоже с некстовой пачкой крипов закидываем отцы. Какой таракан вонючий-то, а? Вот если сейчас вайпер его прижучит. Да, я его. На, за всю боль тебе. Летает. Вон летуны ломают нам Т2. Ну а что поделать, пусть ломают. Внизу хосту бы еще забрать. Сейчас играем, потому что есть хоста. Поняли, да? Я умер. Наглеем, потому что есть хоста. А и тут сразу такое. Я тебе шутка какая-то. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Так знаешь, что делать по эти. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксанадзе, сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». Сегодня у нас простенький видосик, он не является каким-то тематическим, по типу как крысиное нападение или что-то еще. Этот видосик несет такой характер. Летающие против наземных. Все довольно-таки просто. Две каточки для вас. Наземные против летающих и летающие против наземных. Все будет отлично, ребятки. Отлично и весело. Надеюсь, эта катка вам понравится. И следующая катка тоже понравится. Конечно же, поставьте лайк. И поехали, ребята. Пробаниваем, пробаниваем наземных. Сначала наземных очень много, а летунов очень мало. Из летунов у нас будут. Это Феникс у нас имеется. Далее, кто у нас есть? Летунчик еще. Летунчики, летунчики нужны. Феникс. Далее, кто у нас еще? Вайпер. Следующий персонаж это у нас Пак. Далее, Пак Скай, Твинхед. И получается у нас еще и Батрайдер есть, ребятки. Поэтому как-то, ну вот, как-то вот, вот так вот. 5-6 героев у нас имеется на то, чтобы кайфануть. Так, взяли у нас. Хорошо, у нас взяли Феникса. Феникса взяли, и сейчас будем думать, блин, вообще офигенно зашел бы Твинхед под эту всю конфорку, да? Берите, берите, пацаны. Кот в ТХД. Я бы сыграл на вайпере, так как вайпер это все равно, это лейт. Это какой-то лейт. А, у нас еще Виверна. Слушайте, а летающих-то получается довольно-таки немало, я вот так вот выражусь. Летающих довольно-таки немало тогда получается. Еще ж Винтра тоже летунчик. И это довольно-таки неплохо. Так, ну это надо брать вайпера по-любому, чтобы вносить дамагу. Я смотрю, тут круто. Портретки. ТХД бы сюда еще, да? Смотрите, у нас получается Sky ТХД, да, остается. Sky ТХД. Дестер тоже летун. Дестер. Что-то я не думал, что... О, еще и БТР. Слушайте, еще три героя остается, да, летающих? Слушайте, летающих на самом деле много получается, потому что... еще и, блин, ну еще три героя остается, да? Неплохо, неплохо, неплохо. Верта, можно и Верта еще, кстати. Верта тоже летун. Блин, прикольно. Я думал, если честно, что летающих немного поменьше, около 5-6 персонажей, которые у нас имеются, так сказать, в распоряжении. Вот такие вот у нас, ребятки, летуны. Обратите на это внимание. И из наземных там очень крепенько, посмотрите, антимук. Потом там алхимики какие-то. Жесть, что-то прям... Серьезно, пацаны, напикали там на победку. Но, ну вы же понимаете, что то, что вы взяли, мы на next берем. Надеюсь, они понимают эту тему. Вот то, что они взяли, это мы на next также и берем, ребятки. Поэтому катка будет интересна. Получается, мод, да, зеркальный. Только летуны против наземных и наземные против летунов. Так что на next мы берем ваш пик, если что. А вы наш. Я напоминаю. Вот так вот, ребят, делаем. Жесть. Будет жестко, но там алхимики. Они думали, они знают, что делают, но на самом деле делаем вещи мы. Делать вещи мы будут. Они нам взяли персонажи, а мы им, получается. Но у нас тоже сильные герои. Вайпер, как-никак, тоже сильный персонаж. Вайпер, мощь. Атака. Посмотрим, если сильно на меня сейчас впрягаться будут. Вот так вот сделаем. Вот так вот. Оп, монету я забрал. Все, меня бьют, там кнопочки за медло имеются. Я лучше отойду. Не хочется мне... О, Пак заберет. Не хочется мне очень сильно страдать, поэтому я ставил сразу красиво, чтобы АСМС замедлить.
Хорошо. Смотри, меня не бьет, не хочет бить. Пак, улетай, ты чё? Ля, не улетел. Антимуга не буду бить. Хорошо. Все, пойдет. Неплохую драку замутили. Пора лосхитить. Караси вы мне пригодятся для того, чтобы в миду нормально стоять. Если честно, можно было карасив и не качать, в принципе. Можно было карасив и не качать. Можно было спокойно простоять здесь через единичку. Можно было даже, может, и поубивать. Я, конечно, не профессионал в этой игре, но мне кажется, можно было даже и поубивать. Поубивать даже можно было. Хорошо. Так, ну что? Пошли ациды. Алхимика. И аккуратненько фармим. Наша задача просто фармить на миду сейчас. И по возможности химика убить где-то на 4 левеле. В принципе, я думаю, это реально, потому что алхимик безарморный пока что. Пока что безарморный персонаж. Чуть позже он себе прикупит хелм. Будет немного тяжелее. Но я тут полностью доминировать буду на миду. В любом случае. В любом. Поэтому просто фрифармим. Этого я не успею добить. Сапог возьмем. Сапог. Еще бы крипов у крипов добивать, да? Ну, нам нужно 53 крипа в любом случае сделать. Все будет огонь. Я лайн лучше буду держать. Не буду бегать лево-вправо. Будет все офигенски. Так, микрофон. Ну ты шо, ну ты ж. Не мороси. Так, монетку взял алхимик. Это ему бонусик небольшой. Это ему подарок, можно так сказать. От нашего заведения. Подарок от нашего заведения. Все, берем двойку, токсин. Сейчас будем чуть-чуть наглеть. Чуть-чуть совсем. Чтобы он не подходил, не фармил. Я даже сам думаю, справлюсь. Хотя... Феникс подзапилит, чё тут справляться самому, не понимаю. Зачем самому, когда Феникс может просто подойти, помочь, нам надо только дать две тычки. Вот и все. Сейчас сделаем, скорее всего, фазы. Сразу ферстом, чтобы можно было загуливать. На МСах прям бодренько. На МСах бодренько сделаем вещи. Чё там, алхимик? Тяжело, да, брат? Тяжело, брат. Ребятки, не забывайте чекать другие видосы рубрики «А что если?», а также не забывайте смотреть гайды, которые на канале. Ну и не забывайте еще то, что стримы 19 по МСК каждый вечер проводятся, и там иногда бывает весело, иногда фаново. Некоторые говорят, даже приятная атмосфера, так что не забывайте заходить, я буду очень рад, если вы будете хотя бы заходить на пару часиков, на час, может, просто на часик залететь, посидеть, покайфовать. Почему нет, если есть свободное время, вечером отдохнуть? Можно, можно. Почему нет, ребят? Все для вас. Фановая атмосфера. Это то, что нужно. Дота для чего нужно? Для того, чтобы фаниться. Так, нам нужно вот это теперь. Ок. Ок. РТ. Все, найс, берем. Также, ребята, не забывайте, что у меня имеется бусти сейчас. Те, кто не успевает на стримы, я заливаю все стримы на бусти. То есть вы поняли, да? Вот вчера как было. Мне вчера прилетело авторское право от одного исполнителя, да, на стриме. Причем такое авторское право, что мне заблокировали трансляцию. Эта трансляция, естественно, на ютубе уже не может находиться, потому что я как бы дорожу своим каналом и не хочу, чтобы у меня потом не было такой возможности, чтобы постримить, да? То есть у меня... Просто заблочат потом YouTube и все, я не смогу стримить. Поэтому все стримы кочуют у нас на Boosty. Там подписка платная, 100 рублей. Но эти 100 рублей я сразу же возвращаю после того, как вы подписываетесь. Я даю слот, и все. И вы имеете возможность пересматривать стримы. Так что, ребятки, вот такая вот у нас тема. Если кому-то надо, если кому-то интересно, спасибо за подписку. И поехали, как говорится. Оп. Оп. Ну тут расконтрим его, я думаю. Хорошо. Загангали бедолашку. Через что будем играть тут? Если честно, лейтгейм у них серьезный. И мне не очень нравится мартретка в лейте, потому что она очень жесткая.
и опасная. Она женщина такая с характером. Ее не очень хотелось бы тревожить. Отлично. Так, алхимик, в принципе, страдает, да? Страдает алхимик. Вот так вот делаю. И ману возьмем. На всякий случай. Пойдет. По чуть-чуть держим в ежовых рукавицах алхимика. Но так и должно быть. Это мид вейс вайпера. Вайпер тем более агрессивный персонаж. Так и должно быть. Алхимик должен страдать. О, так мы овныч делаем, да? Хорош. Сейчас на топ, наверное, газанем, ребят, да? На топ, наверное, газанем. Руну берем и погнали. Извиняюсь. Бывает. Монетка. Неплохо. В принципе, без руны не очень хочется на топ газовать. Лучше проэкспиться, взять левел. И двигаться дальше. И двигаться дальше. Ну-ка, ну-ка. Так, не надо там лагать. Алхимик там где-то пошел, паник. Но в следующий раз ты будешь тут как бы стоять на алхимике. Кайфовать, да? Я буду страдать, а ты будешь на химике. Ой, на химике. На вайпере. Братулец. Хорошо. Токсин берем. Токсин берем. Погнали на топ сбегаем. В наглую идем. Без вардинга. Иду на топ. Прогуляемся. Алхимик, походу, лес ушел. Блинк есть, а если найду? Ах ты, замедлятель. Ну, я тут покайчу их. И вот этого можно будет. Хорошо, ну, огра тогда. Ничего не поделать, тогда огра убиваем. Тогда огра убиваем. Если огр подставляется за своих двух керри, то не вопрос. Тогда убьем огра. Тогда побьем огра немножко. Так, ну антимаг по-любому на блинках уже ускакал. Ага. Вот этого пацана сможем, по идее, убить. Он очень близко стоит. То есть, не убью уже. О, тем более так. А, ну сейчас карасив подзамедлить. Найс. Хорошо. Оп, отлично. Карасив замедлит еще немножко его. Он кинул в меня склянку. Тяжело выжить в такой ситуации. Так, пойдет, немного подфармили, и крипчики есть. Я там, ребята, овнят. Во, вот это значит, знаете что? Это значит, что летуны сильнее, чем наземные. Намного сильнее. Давайте сейчас делать вещи. Пойдем еще на топе. Давай, 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 в наглую, ребята. В наглую, погнали. Примем моего тоже. МП, говорит. А все равно МП есть, нету. В наглую забежим, да? Ой, розовый кто-то прилетел. Хорош, но меня подхилят еще и стики. Хорошо. Отлично. Расконтрили прекрасно. На базу гоу. Отлично. Максимально нагло под фениксом сыграли. То есть там гиролет против алхимика. Алхимика. Жестко там что-то. Ну, гангаем, ребята, и фармим в это время. Все прекрасно вроде. Пока справляемся с задачей. Там антимаг, правда, фармит еще. И мартретка, да? Портретка тоже. У меня дилемма на самом деле, что сейчас собирать. Я могу сейчас немножко повыпендриваться, собрать аганим. Для того, чтобы был зацеп лютый. Потом я могу собрать меку, чтобы мы с ребятами начали жестко давить, да? С последующим выходом, возможно, в грифс, но это не точно. Тут вариаций прям очень много, что можно собрать. Но я считаю, нужно сейчас дать просто ТП на топ и пофармить. И подумать. И подумать. Было бы круто, конечно, что-то необычное собрать, но у нас нету керри. В случае, если я обосрусь, то у нас не будет дэмэджа. Это нужно брать тоже в понимание. Потому что, ну, это плохо, если у нас не будет урона с руки, и мартретка будет всех убивать. Это будет очень плохо. Поэтому давайте сделаем основные шмотки какие-то.
Блин, вообще там посмотрите, сколько народу. Я бросаю крипов, надо пробежаться. Ой, хорош, сейвит. Антимуга, 5-й левел. Бей его. Хорош. Че антимаг не фармит, бегает? Ладно, мы бегаем. Ладно, мы бегаем. Хорошо, по чуть. Давайте, давайте Меку. Меку. Можем давить, напиши, ребята поймут, что Мека есть, можно давить. Мека и дальше будем собирать, посмотрим, через что пойдем. Будем сейчас боковые просто давить. Просто давим боковые лайны. Все, погнали. ТП плюс один. Мы поверху лучше зайдем, не через руну. Если что, подеремся у Т2. У Т2. Ребята там уже начинают. Ну, мы вовремя придем, по идее, да? Жесть, мы так обходим тактически. Ребята там в наглую просто напали и задушили. А если кто-то еще ТП сейчас даст? А вот и мы. А вот и мы. Что-то мы их прям жестко раскатываем. Жестко. Жесть. Что-то жесткое произошло, ребята. Ну да ладно. Летуны. Вперед. 16 на 3 мы выиграем. Но посмотрим, поменяемся составами. Как у нас будет происходить игра, я, если честно, пока не понимаю. Ребята пересядут на наших персонажей. Я думаю, это будет интересно. Пока что мы доминируем. Но у нас вайпер, получается, агрессия лютая. Кирыч тоже. И комфортно. А хватит меня бить, ты посмотри на него. Ломаем по чуть, так и будем ломать. Антимаг, мартретка. Надо будет на next катке прям подумать, как правильно расстановку сделать. Но я могу на клоке сыграть. На клоке, на химике, вообще не важно на каком персонаже. Клок, химик. Че, на любых могу. Что там, главное не на саппорте, потому что в твоей команде саппортом. Саппорта не надо моей команде. Давайте все-таки. Так, катка вроде не тяжелая, да? Но все равно на этого огра гумит. Пацаны. Водичка полилась. Ребята пошли там под Т3 драться, да? То есть ушли бы просто в мид. Но они сами справляются, им там все хорошо, комфортно. Все хорошо, комфортно. Жестко. Так, возвращаюсь в центральный коридор, возьму красивый. Чисто пацаны засели там. Ну хайграунд рано идти, 13 минута, вы че? Есть ребята там заганганы. Загангали вас. Жестко что-то. Летуны загангали. По чуть попушиваем. Надо, наверное, изюма внести, фидануть. Летуны же быстро летят. А, вот это точно. Поэтому так жестко. Опа. Все у меня нажимается, да? А, нет. Хорошо. Клок прыгнул. Но дэмэджа вообще печалина. О, прыгает. Навожусь на нее. Промах в упор. Два промаха. Четыре тычки дают, два раза промахиваюсь по ней. Выложи через shift. Жесть, не захотел. Ладно, отойдем. Год Т2. Год Т2, летуны. Победители.
Летуны, победители тут. Жесть, мы их прессингуем, конечно. Полетели. Будет ли это считаться, что мы победили, не сделав ни одного шага? Мне кажется, да. Мне кажется, будет считаться, что мы победили, не сделав ни одного шага. Но это в первой катке. А в некстовой? Некстовой это по-любому шагать будем. Некстовой это по-любому шагать будем. Гирыч немножко горит. Вот так сделаем. Меку ребятам нажмем. Пойдет. Зажали пацанов. Жестко мы их. Педани. О, фидить пошел. Или пойдем душить. Можно душить. Промах опять по мартретке. Да что ж такое-то? Невезение, ребята. Опять промах по мартретке вылетел. Я бы ее добил. Ребята отпор дали хоть какой-то, да? Хорошо. Вау. Алхимик еще фармит. Ну молодец, пытается что-то хотя бы поменять в этой игре. Ушел на боковины подфармливать. Сейчас тут заберем крипов, пойдем на базу. Ребята фидить пошли. Или убивать, пока непонятно. О, забрали стрик. Мартретка забрала. Ну, мартретку будем кидать, у нее маднес там, если что. Мартретки маднес, в нее закинем кнопку. Нам сейчас главное, мы, короче, ну... Смысл в том, что мы доминируем, да, сейчас, но мы можем просрать эту доминацию, на самом деле. А у нас вайпер с аганимом. Вайпер с аганимом, понимаете, да? То есть тут могут быть проблемы сейчас, поэтому давайте без рофельно-картофельных моментов сейчас пойдем и додушивать их будем по чуть. По чуть додушивать. Хорошо. Отличненько. Скелетиков лопнули. Можно Рошу. У нас единственный верт может дамажиться, да, вместо меня еще. Нормально, у него там тоже все хорошо. 12 левел. По кайфу алхимик. Алькемик. Алькемик. Погнали через мид, наверное. ТП-шку дадим на мид. По чуть-чуть. Мне кажется, алхимик там мог намного лучше сыграть. В миду-то уж тем более. Просто отсидеть. Пытаться разменять. И все. Момчик. Верт тоже с аганимом. Сейчас хук будет. Или не будет. Опа. Мартретка, прыгаешь? Если мартретка прыгает, она сразу автоматически в тавернелло отлетает. А же дистанционно верта ложит. Дистанционная атака. Фокус от верта дистанционно. Горошим бы. Я потанче. Блин, уже 19-е. Желательно к 17-й минуте, если вы заходите в Рошана, то тогда у вас все огонь просто. Тогда у вас все огонь. Если в 19... к 17-й заходите, то норм. Нормально, быстро заберем. Только главное, чтоб не клепал. Он полдня будет бить нас. Да можно язык поменять? Да что такое? Вот так вот. Вайперу. Вайперу Рошана. Глиномесового. Дай, пожалуйста. Оп, хорошо. Вторую монетку Феникс. Вкусно. Погнали в мид. О, Агур идет.
Давай, 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 цепляем, цепляем, цепляем. Цепляем, нельзя отпускать. Да хоть Кайла туда, вообще пофиг. Кто еще подойдет, еще его зацепим. Оп, хорош. Все. Круто. Правда, он рестница, крипы были бы поближе. Толк от этого ганга. Хорош. Летуны в атаку. Они идут. Летуны в атаку идут. Оп, хорошо. Далее. Да, жестко, конечно, мы их прессингуем. Но поменяемся героями, посмотрим, в чем дело. Может быть, там руки просто слабые, либо катка не пошла. Но там неплохо вроде 9-й слот играет. 10-й тоже неплохо играет, но что-то задушиваю. Может, они роли неправильно подобрали, пацаны. Как бы тут такой вопрос может быть. Может, просто роли неправильно распределили. Образно, если бы я сейчас играл, наверное, ну, не знаю, на Твинхеде я бы справился, мне кажется. Да на всех героях тут. Просто я привык постоянно вести команду, да, вот как сейчас на Вайпере, идеально чувствую себя. Прекрасно чувствую себя, просто. Взял, пошел. Взял, пошел. Блин, они так дефиться могут вечно. Не успела я накинуть его. Так, верту ГГ. Походу, да? Или нет? О, хорош. Марита! Ромах. И подожди, да. Феникса сбили. Я дерусь тут, не знаю, под Т4. Под Т4 драка не очень. Ребят, надо немного отойти. Нам нужно ж пушить. Вы чё? Нам нужно пушить. Это на развороте можно, потому что он без блинка. Отойди от меня, сейчас стан будет. Плотный алхимик уже. Покушал. О, я в БМ закинул кнопку. Оп, хорошо. Можно на вставочку. Дядя, дай на вставочку. Хорошо. На вставочку. Не можем испушить, уходим. Зато на вставочку сделали, ребята. Не зашли ХГ, зато зашли. Сделали на вставочку. По кайфу. Драка жесткая, но мы не можем пушить. Вообще, пуш у нас максимально хреновый. Надо пушить. Не можем пушить. Жесть. Ацит там очень жестко отпушивает. Ацит отпушивает. По чуть сейчас задерем этот тауэр. По чуть. Манту сделаем. Манту сделаем, ребята. Сюда куру поставим. ПКБ надо, говорит. Ой-ой-ой, один-то я могу тут встрять сейчас. Но я не один. Хорошо, сразу, если что, яда откидываем ей, она напьется яда. Хорошо, это вот туда же на огре. Ой, как хорошо он подвижен идет, да? Дядь, да подожди ты. Плюешься. Плюешься и душишь. Гоу, они отдались, найс, можно зайти. Отлично. Хорошо. Вот так вот и зашли. Если в лоб не смогли зайти, да, то вот так вот аккуратненько смогли зайти. Найс, а то, блин, тяжело. Отсидит постоянно. Агоним все-таки на зацеп офигенно заходит, ребят. На зацеп то, что нужно. На зацепчик то, что нужно. О, мы сейчас накидаем ему, он бедолага лопнет. Ох уж эти летуны. Это же, что это такое? Так, Марита идет, страшно, врубай. Марита идет. У меня хп что-то просели. Не надо хукшотить, брат. Уходим, пацаны, уходим. Владивосток 2000. Опа, вот это вот туда. Задизейблить.
Он бедолага с яда просто падает. Опа, химик лопнул. Ребят, ну нет хп. Мне страшно, честно. Я могу вот тут аккуратненько подработать, пока у него нет БМчика. Так, делаю. Козюли в него кинул. Пизда такая, нас поковырял, на! Жесть. Ой, жесть. Это, конечно, жестко. Блин, ну на развороте офигенно отыгрываю. Мне вообще нравится. Мацаны... Как пацаны... Молодцы, пацаны молодцы. Мацапы коломы. Что я хотел сказать, не понял. Ладно, пробуем бить бараки. Пацаны молодцы. Паента есть. Пацаны молодцы. Феник сультануть хочет, походу, да? Дядь, ну, если что, помогу. Я замедлю ее. Жестко. Оп. Ой, хорошо. Вот это я отманса. Вау, турбоускорители. Здесь там накидывает, ребята. Можно выложу. Спасибо. Хорошо. Да он и так умрет. Жесть. Хорош. Так, ну можно низу тавер тогда пойти. Жесть, мы в прессинг вышли такое. И зачем ульта жмакаешь? Пах, на, 1200 РНЖ. Ядочек. Жестко. Не, огоним, но это, конечно, просто изумительно. Огоним, это изумительно. Давайте в некстовой катке я, наверное, не пойду на химике. Кто-то на химике пойдет. Просто не хочу. Каждый раз все постоянно ноют, что играю на химике много. Поэтому что-нибудь возьмем. Либо клока, либо огра. Что-то такое, побегаем, суету понаводим. Я думаю, будет неплохо. Думаю, будет неплохо. Оп. Хорошо. Маны нет, но вы держите. Сейчас мне как ультанет. Нет, тимак ультанул, но не туда. Печалька. Хорошо, я грифс собрал, мне по кайфу. Пол хп снесло. С яда. Пол хп снесло ему. Замедли вот этого чувака. А мне кажется, тут ГГ сейчас будет, да? Да нет, если подеремся, не думаю. ДПСом просто заберем. Пойдет. Но, по-моему, ГГ 28 минут, пацаны, продержались. Летуны победили. Летуни, винс. Летуни. Next go. Меняемся героями. Ну, я думаю, смелая тут у нас победка получилась прям на летунах. Прям очень даже уверенно мы так, я даже скажу, победили. Не знаю, сейчас попробуем, посмотрим, что у нас получится на персонажах, как говорится, наземных. Но эта катка получилась крайне легкая. Крайне легкая, на удивление. Я думал, будет немного пожестче, потому что вроде... Ну, от мида тоже много зависело. А так боковые лайны парни сами подтянули. Портретка, брат. Момчик включил, яда получил. Жесть, как он хапает. GG. Вообще хп кончились, нет. Дядь, ну не надо. Хорошо. Ой-ой-ой, фидим сейчас будем, фидим. Так, армора нет. Оп, дядь, вот так, смотри. Оп.
Оп. Оп. И как живу? Не хочу умирать! Не хочу умирать, за что? Хорош, красиво, ну еще раз прям как будто наставочку. Ну что, ребят, это была первая катка у нас, летуны победили здесь. Давайте теперь поменяемся героями и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Итак, загружается у нас вторая игра, и если честно, в лобби сейчас мы с ребятами уже решили, на каких персонажах пойдем. И я так понимаю, что меня садят, походу, опять на алхимика. И придется бегать на алхимике. Но, в принципе, решим, что-то придумаем, ребята. Это АП сразу берите. Все, мы поменялись сторонами, поменялись героями, ребятки. И посмотрим, что из этого выйдет, что из этого выйдет. Так, кто кого берет? Морта, Огр, Клок. Деврат, Клока берешь. Клока он берет. Клока берет или кого? Где он? Ну, я понял, он берет Клока, я возьму алхимика тогда. Ну, ладно, пойдет. Таким пиком тогда. На миду я фармить не смогу, скорее всего, потому что там вайпер. Будем пытаться откидываться ацидами и аккуратно подстакивать. Аккуратно подстакивать. Давайте возьмем ТПшку еще. Так вот, хилка. И ману попить, если что. И ману попить. Хорошо, пик абсолютно такой же, идентичен прошлому, ребятки. Теперь летуны против наземных, и мы сейчас в роли наземных. Давайте попробуем эту каку на вкус. На миду, мне кажется, тяжеловато вес вайпера будет. Напишу вот так. Я попробую, пацаны. В принципе, если у нас боковые лайны хорошо отстоят, пусть постоим на миду, будет все норм. Если что, в лесочек будем бегать. Феникс, например. МБ кто-то к тебе придет. Ну, Феникс, например. Ладно, ребята, в принципе, распределились по лайнам вроде умно, да, как-то внизу. Антимаг на топе, мартретка. Ну, очень жадный пик, потому что алхимику нужен фарм. Антимагу нужен фарм. Но соберемся тут, в принципе, я думаю, не проблема будет. Не проблема. Главное мне будет это взять сейчас сапог. Взять руну и бегать по рунам, если что, в случае чего камбэчить, так как с вайпером будет крайне тяжело. Спасибо за подписку. Спасибо всем, кто подписался, ребятки. Не забывайте поставить лайк на такие видосы. Для вас стараемся делать контент. Не забывайте подписываться на ТГ. Не забывайте подписываться на Бусти. На Бусти также есть еще и платная подписка для просмотра стримов, которые уже были. И, конечно же, подписываться, самое главное, на YouTube, который растет и который мы двигаем, ребятки. Спасибо всем, кто помогает. Заходите еще в 19 по МСК на стримы. Я напоминаю, и каждый раз буду это напоминать, парни. Поэтому спасибо всем. Давайте делать вещи. Давайте делать вещи. Так, дилемма. Дилемма. Вайпер мид, да? Хорошо, попробуем. Попробуем тут проблочить. Сапог взять. Или попытаться в ботл выйти. Так, вайпер сразу пойдет в доминацию, да? Хорошо, вижу. Вижу его агрессию, сразу же в агрессию, вайпер, агрессия, правильно, правильно, нафиг этих алхимиков, так и надо стоять на вайпере в миду. Ух ты, еще добивать будет. Еще и добивать он будет, давай. Второй левел даешь? Ух, Винтра еще прессинг устроила мне, что происходит? Ребята, не газуйте сильно, я хочу пофармить. Через сол, наверное, пойдем, я смотрю, активы есть. Активы есть у ребят там. Тай левел, брат. Уф, сейчас бы не сдохнуть-то. Все, хилочек минус один. А, максимальную доминацию вайпер сразу зонит, зонит. Ну, правильно делает, правильно. Сейчас мы, короче, тоже с некстовой пачкой крипов закидываем ацида. Ацида закидываем и работаем. Давайте вот эту штуку купим. Вот так вот делаем, да? Хорошо. А, я не потяну его никак. Я, скорее всего, сдохну. Жесть, промахи помогают. Промахи люто помогают. Так, ну ацид там фармит. Но самое чувство, что ацид фармит лучше, чем я. Лучше, чем я. Щиток бомжа берем. Накидываем кнопки. По КД ацидим просто, и все. Хоть мы и без экспы. Давайте отойдем на руну. Вот здесь вот стакнем, наверное, да? Стакнем и кайфовать. Пофиг на этот мид. Пофиг на мид.
Что будет за руна? Монетка, неплохо. Монетка — это хорошо, ребята. Хорошо, я там подстакал себе крипчика. Будем вот так аккуратненько работать. Нам главное сейчас не фидить. Вайпер мид меня толкает, кстати, обратите внимание. Это очень хорошо. Если вайпер меня сейчас мид подталкивает. Добиваешь? Умничка. Берем ацид. И зоним его ацидом. Опа, карасивый вкачал. Молодец. Ты такой карасивый, да? Смотри какой, как хапает-то вайпер, да? Давай. Еще залазь. Под тэшки не хочет, но хп уходит у него здравенько. И жесть. У меня тоже. Жестко. Жестко уходит хп. Вот так делаю. Можно подойти пофармить. У него расходник кончился. Жесть. Расходник у него кончился. Но крипа я добить тут миду даже не могу. Не убью его, если что, со второго. Но желательно прокачать, потому что тут такое. Давайте себе куру возьмем, чтобы... Ребятам не мешать. У меня оверхард мид, но я, по крайней мере, не фижу. У вайпера уже пятый. По крайней мере, я не фижу. Это радует. Аккуратненько восстанавливаемся. Три крипа у меня. Всего-то. Сапог, хилка есть у него еще допом. Хорошо. По чуть экспу собираем до 6 левела, я думаю. Дотерпим. Будет нормой. Пошел на руну, что ли? Делаем вид, что мы идем на низ, а идем на топ на самом деле. Как он меня хочет. Ты посмотри прям. Давай. Смотри, какой, а? Какой таракан вонючий-то, а? А вот если сейчас вайпер его прижучит... Да, я его. На, за всю боль тебе. Вот это, конечно, ошибка с его стороны. За всю боль просто ему. Жалко, не могу сейчас воспользоваться фарм-конторой, потому что я внизу не вижу никого. Вот и вверх, да. ТП надо, успею, мана наполнится. По идее, успеваю, если мана наполняется, надо сразу. Хорошо, успеваю. Отлично. Все, найс. 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 Давайте ботл возьмем. Ботл возьмем. Хорошо, что ТП-шка была с самого начала. Четвертый левел, жест. 4 минуты фарма. Фармишь, не мигай. Не бей крипов. Он, наверное, из-за этого кликает. Вообще не бей. Локи. Так, ну что тут? Здравствуйте, товарищ вайпер. Оп. 6 левел там уже. Хорошо. Я ацид буду максить, потому что крайне тяжко. А, он, кстати, карасив, походу, берет, да? Погнали в лесок, ребят. На миду делать нечего. Крайне тяжелый мид. Здесь аккуратненько пофармим. Щиточек есть, жалко, топорика нет. Сейчас возьмем, ничего страшного. Возьмем, ничего страшного. Пойдем, отведем этих чувачков. Дополнительно. А, тут пак уже чейсит, прикинь, да? Пак чейсит руну. Это плохо. Там даблкиллы делаются, нифига себе. Пойдет, по чуть золото апаем. Вайпер миссинг. Как вайпер жестко, да, мид отстоял? Вообще в ежовых держусь. Вообще. Погнали лес, еще стакаем. Пока вайпер ушел. Где-то вайпер бродит. Мы сейчас возьмем, подфармим немного лесочек, возьмем перчаточку. Здесь стакнем, туда это. Куру на базу отошлем. Оп, вот так делаем. Ганг топ нужен. А кто гангать-то будет у нас пик?
Понятно, почему прошлые ребята в салат проиграли. Ну что, пик. Говнище. Тотал причем. Это бы забрать было бы хорошо. Аккуратно лесочек погоняем, может быть что-то получше будет. Хорошо, ботл есть. Дайте вардик себе. А, вардика не могу взять. Жалко. Жалко. А вот и вайпер. Ладно, придется ТП юзать. Я хотел сюда вард поставить себе, чтобы видеть варды. Мне нужен, чтобы видеть подход. Нету варда, варда в КД. О, спасибо. Спасибо. Не берите, если не ставите. Я себе сам куплю. Все ок будет. Он вайпер пришел. Если бы я его видел, я бы сразу крипов начал сюда уводить и здесь бы дофармливал. А так получается, я сейчас потратил и мид время, и лес время. Ну, такое себе. Остался бы, убили бы. Я там умираю. 100%. Мне умирать вообще нельзя. Умирать вообще нельзя. Ваша задача перетерпеть их. Гнев. Потно, да? Пока потно. Хорошо. Бегаем по лесам, по карте. Вайпер. Клаку взял. Хорошо. Слушайте, внизу фарма очень много, но там антимаг, не буду у него забирать. Так бы я пошел бы сейчас засолил бы там. Под тэшки прям заходит. Жалко, ТП-шек нету у меня сейчас. Себе сейчас пойдем завардим. Завардим себе, пойдем. Хорошо. Пытаемся встать с какашки. Будучи вступив в какашку. Ну, если этот кемпик и стоит, долблю. А вайпер меня, наверное, по лесу ищет. А, нет, на топе стоит. Сейчас тогда и руну тут заберем, да, я так думаю. Ой, хорошо. Хорошо, вот это вот туда. Отлично. Найс, все, монетку прокачали. Мартретка страдает. Брат, не страдай. Пытайся что-то сделать. Ой, антимаг там. Соло тушит. А я могу, в принципе, отсюда даже и не уходить, я так думаю, да? Базу пока схожу. Руны я забираю. И подожди, да. Руны я забираю, сейчас армлет тоже будет. Големи. ТП-шка мне зачем, знаете, да, чтобы если что, случить чего, газануть быстро. О, я два раза уже на ТП вот так ухожу. Там станов нету. Станов нету. Эй, ребят, пойдем драться, это так несерьезно. А цит куда, зря кидаю что ли? Зря кидаю. Так, армлет есть. Ребята, армлет есть. Армлет. Левел, конечно, у меня не супер. Но зато уже есть армлет. Я ушел во вражеский лес и просто стою фармлю. Меня до сих пор никто и не ищет даже. Это хорошо. Это реально хорошо. Я тогда тут заваржусь и буду тут фармить. Тут более безопасно, нежели чем в моем лесу будет. Плюс руны тут постоянно стабильником появляются. Почему нет? Правильно? Я думаю, да. А чё, такая стратегия. Стратегия такова, ребятки. Пусть будет. Ну, вайпер сюда пришел. Я мид так и бросил тупо. Вайпер на миду тоже не стоит. Можно выходить иногда, подставлять вардики. Вот тут вот так сделаем. Два сентрика. Хорошо, вот это тут сейчас форману.
Внизу хоста какая-то. Хорошо, я мид пока побью, ребята там бегают. Хорошо. Через что будем играть? Стандартный вопрос. Они начинают давить, да, под вайпером давят. Молодцы. Давят. Я тоже мид буду давить. Мид давить будем. Посмотрим, у кого давилка больше. У наземников или у ребят, которые летают. Вон летуны ломают нам Т2. Ну а что поделать, пусть ломают. Внизу хосту бы еще забрать. Сейчас тавр заберу, в хосту выбежать еще. Хорошо, найс. Успею, интересно. ХГ они не зайдут, я сразу приду, ациды буду раскидывать. ХГ они не ломанутся. 2400. Можно попробовать в радик выйти. Попробовать, по крайней мере. А там не знаю. Опасно иду, конечно. Но у меня хоста, я поэтому так иду. Наглеем. Наглеем, потому что есть хоста. Поняли, да? Я умер. Наглеем, потому что есть хоста. Dream Coil. Я тебе шутка какая-то, просто тут надо мем такой, знаешь. Вот реально мем такой вставить, типа. Ну, я наглею, потому что у меня есть хоста, и тут сразу такое. Я тебе шутка какая-то. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ, так знаешь, типа эти. Приколюхи, артефактовичи. Способности. Dream Coil сразу там. Viper Strike. Сразу. Кунтерверса. Да, кунтерверса. Курса сразу все туда накидали. Да, моя ошибка, конечно. У нас очень жадно, но у меня только вариант выхлесу фармить. Только выхлес. О, давайте вот так сделаем. Побежали. Фармим. Давайте, знаете, что соберем? Соберем не дефолт. Немного интересненько соберемся. Вещи интересные собирать будем. Не через радик. Как думаете? Через радик, думаю, не то будет. Молния. Ломай Т2. Пусть они там бегают. Хорошо. Через молнию сыграем. Хоста активейтед. Ну и сломают Т2, у нас варианта нету, мы не готовы драться. Не готовы драться. Не добил, печалька. Я тут подстакаю, сейчас зафармлю. Жесть, ребята, конечно, тут газанули. Погнали стакаться. Они в топ пойдут, да? Хоста опять. Да что ж мне хоста? Вот всю катку хоста до хоста. Да вы посмотрите на это. Так, ну тревел есть, работаем, ребята. Они по топу сейчас пойдут, да? Ой-ой-ой, вкусненькие. Скелетики. Ну свой лес они вообще забыли, реально, что он существует. Поэтому здесь, да вы посмотрите, какое раздолье тут для фарма. Господи, какой кайф. Это кайф, ребята. Так, вот эту вещь берем. Они сейчас, знаете, почему сильнее? Во-первых, они играют в пятером. Во-вторых, у них пик очень сильный. В-третьих, у них вайпер. Он их тянет. Вперед ведет. Вот это ошибка, что они вот так вот, да? Вот, типа, но они Т2 сейчас разменяют на Т1. Это не очень. Правильно, мы работаем тоже от их игры. Выфармливаем так, чтобы... Пацаны.
Потерялись по катке. Не дефолт делаем, ребят, говорю. Катка будет не дефолт, то есть не будет радиенса на алхимике. Мы подарим здесь алхимика интересного. Давайте на ТП их разведем. Пусть пацаны понапрягаются. Пусть пацаны понапрягаются чуть-чуть. Ребята, у вас телепорты есть там? Разменивают, что ли? Ну ладно, ломаем тогда. Я ТП дам, дефну. Если чё. Ну сломаем сначала, конечно же. Жесть, чё за бред, размены пошли. Гоу ТП дадим. Пофиг, огр сломает, ката сломает. Хорошо. Хорошо. На дефе работаем. Ребята дерутся чисто в атаку, да, пошли, да? Пацаны, вы зачем так мощно? Давай, 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 давай. Хорош. На вставочку сделал, молодец. Я оставил ему, пусть пацан покайфует. Пусть покайфует, правильно. Я свою задачу выполнил. О, низ даже подломали. Я свою задачу выполняю, фармлю, мне все нормально. Пусть пацаны вон на дефе как сыграли, да? По кайфу. Даже антимагу ультракил отдали. Мне кажется, тут они уже проигрывают, пацаны. Хорошо. А что я там стики купил случайно? Ну, продадим. Не абузом, а продадим честной тактикой. Честная тактика продажи. То есть я его апну, этот стик, и продам. Это не будет считаться абузом. Три молнии подряд, найс. Так, ну я, в принципе, готов красоту делать. Погнали, это продаем, стики апаем. Вот сейчас я уже неправильно сделал. Стики я должен был апнуть в персонажа. Тогда продал бы за full прайс. Так, получается, золото просадил. Золото просадил. Ладно, ничего страшного. Посторопился немножко. Давайте сюда ТП дадим. И, блин, не хотел я лотар палить. Ладно. Хорошо. Что-то они по одному разошлись. Ребята справятся. О! Вайпера хочу. Какой юл? Инста. Инста юл мне сразу в лицо закинул. О, алхимик лотарный. Как же это круто. Хорошо. Лотарный алхимик, это круто. Вот сюда не успеешь. Не успеешь. А, улетит. Я не буду бежать за ним там. Улетит, лол. Самый смысл улетит, я сказал только что, вы поняли, да? Шутка какая. А, ведь не шутка, а правда, улетит. Улетит, по факту. Так, not enough mana, сейчас поправим. Ребятки, стойте. Хорошо, вот так, хорошо. Следующая молния. Апаемся. Найс, скелеты есть. Заберем. Улетит, говорит Кинезис. Ну это прикольная такая катка. Своеобразный геймплей получается. Своеобразный. Ну, я решил еще и химика не в стандартик. Почему? Интересно, да? Не в стандарте, интересно. Давайте тут подстакаем сейчас. Вот здесь вот аккуратненько. Оп, хорошо. Найс, монета.
Оп. Хорошо. Так, надо на хп что-то. Надо армор какой-то, да? Можно, конечно, сделать манту, можно не делать. Так, Феникс дальше пойдет или нет? Кого-нибудь убить? Кого-нибудь убить? Там 3-4 героя сейчас. О, привет. Не надо меня убивать. Какая толпа там? Там прыгнул, да, кто-то? Клок. Го, вот так нападем. Ну, на это Феникса нападение. Не успею выкинуть уже. Пусть. Давай драться. На мне Кайла стоит. Хорошо. О, да это ГГ, пацаны. Не-не-не, ну с такой дракой у вас ничего не получится. Они забыли свое основное положение по этой игре. Забыли. Основное их положение было это пуш. Они должны были давить, а сейчас мы уже начнем сами давить. В этом смысл. Сейчас мы уже начнем давить. Так что у них проблемы. Маны не хватает. Маны не хватает же есть просто. Пассивного регена не хватает. Прям жесть как не хватает. Так, что там, монетка, да? Хорошо. У нас пик такой жадный, да, но я, тем не менее, все равно где-то нахожу фарм во вражеском лесу. Они-то не фармят оппоненты, у них летуны, и они и не фармят. Поэтому, как бы, вот нахожу как-то фарм, да, по чуть. И все равно 24-я минута что-то да выфармил с таким тяжелым мидом. Считаю, что это, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Но могло быть лучше, конечно, если бы я там пул фри прям колотил, да? Там верц с армлетом. Так, 3500 золотых, да можно октарин сделать. А можно фул боевого химика сделать? Я знаю, что надо собрать. Ребят, я знаю, что собрать надо. Вот что мне раньше никто не сказал, что мне это нужно собрать. Для алхимика must have. Сейчас соберем. Лейта у нас много, поэтому можно немножко побаловаться. Хорошо. Отлично. Где ты там? Вот эта вещь, пацаны. Вот это да, я понимаю. Вот это я понимаю. И Сашу Яшу надо сюда докупить, пацаны. И погнали. Саша Яша наше все. Оп, найс. Бэвчик. Спросите вы, зачем? Извращаться так по полной? Почему нет? Гоу, поможем. Марита тоже БФ там. Да, конечно, перефармили мы их знатно уже. Но им тут ГГ. По рукам пацаны проиграли. Даже, мы даже с такими стартами намного лучше играли. Хорошо. Монету забрал, да? Плохо. Плохо. Огр хитрюга. Зависит от игрока, тоже верно. Верно, огр подошел, добил. И зачем курсу даешь? О, пошло под БФом, работа, работа, пошла, работа, вторая смена. Хорошо, под БФом-то. Под БФом-то можно чуть пожить, спасибо. Меня тушит как. Карасив пропадет, можно поработать. Ну ладно. Нет, так нет. Хорош.
Под БФом можно поработать. Жесть, там на меня накидали. Минус 5 просто. Я думал, даже поменьше сделаем сейчас. Все, погнали по миду, ребят. Но нет смысла тут заканчивать. Что первая катка, что вторая получилась. Но это доказывает лишь одно. Все зависит от рук. Это первый момент. Летуны или наземные. Кто сильнее, остается загадкой. Потому что мы, в принципе, что так, что так. Ну, в миду, да, вайпер посильнее будет, чем алхимик. Но я все равно выфармил. Видите, тоже еще от команды зависит. От команды еще зависит. По чуть, да, выфармили. Погнали. О, хорошо, я в спину зашел с лотаром, я здесь. Стой, дядя, куда полетел? Пойдет. Красиво. Красиво. Что та катка получилась 28, что это? Жестко. Какой ластовый артефакт собрать, спросите вы? Сию, конечно, хочется. Сия наше все. Оп, найс. Сия. Погнали. Жесть, я быстрый. 522, по идее, да? 513. Ну, в ульте 522 будет в таком билде. Жестко. Сейчас бы 1 на 5 выскочить. Сейчас выскочить надо. Надо только Вентру сразу запилить, потому что там все остальные персонажи напрягают. И они еще оранжевики, блин. Ко мне не подходят. Лотар. Сюда манта, конечно. И сильвер намного лучше зайдут. Потому что вот тут несочетание уже идет немножко. Дали. Хорошо, пошло дело. Ой, как дамажу. Ой, как сосаю. Просто уничтожили меня. Жесть, причем довольно-таки быстро. А Винтра сразу начала уходить, да? Как будто знала что-то. А, на мид ТП дал. Это что такое? Даблклик. Что с тобой не так? Ой, даблкликом, короче, он прилетел. Ксусник. Дота, подпишись. Ксусник, Дота, подпишись. Боже, реально, просто поржомби. Поржомби. Да, жестко. Ну, хорошо, что на этот видосик выделено две катки, это по кайфу. Это по кайфу. Ксусник, Дота, подпишись. Опа, туши мортретку, но они по ней промахиваться будут. Не попадут. Блин, жестко меня все-таки законтривает, да? Винтра очень сильно контрит. Винтра очень сильно контрит. Антимаг молодец, много выформил. Ух, клок летает. Летун клок, кстати. А что, это как? Подожди, клок же тоже летун получается. Криса. Криса на клоке получается. Дабл килл. Пацаны тушат. Так, БФ в студию. Алхимик пришел. Фарм заберу. Фарм заберу. О, отойдем. Еще драку сделаем. Без БКБ один на один. У него там, наверное, ДДшечка. Ой, ДДшечка, БМчик. Пойдем на топе зафармим. Правильно. Там ракетница уже летит, клоковская. А, не попал, дед. Хорошо. С БФом с молнией, конечно, тоже быстро фармишь. Буквально пару крипчиков. Мне пьевасин какой-то добавить, да? И тогда я смогу 1x6, 1x5. Выразимся так. Давайте сделаем вместо армлета бабочку. Сильвер можно апнуть. Яшу оставить. Жесть, столько вариаций еще. Лесочек пробежимся, бабочку хочу вместо армлета. Хорошо. Бабочку вместо армлета. Монета внизу. ТП дадим.
Если что, ну вряд ли, наверное, заберут пацаны. Заберут. Отлично. Заберу. Тут забрали, да, крипчика? Хорошо. Оп. Найс. Что там, крипчики, да? Надо тут зафармить, говорят. А тут некого фармить. Как я быстро бью. Хорошо, это в помойку. Бабочка. ХП очень мало. Ну хотя бы промах будет защищать немножко. Промах чуть-чуть защищать. Ой, крит. Баш, крит, баш. Крит, баш. О, курсу сразу отдала. Я буду драться как мужчина. Я самый настоящий мужчина, Ижи. Меня просто в расход пустили. Жесть. И Феникс остается. Хорош. Ну, в принципе, неплохая катка. По рофлу можно. Можно по рофлу. Но все равно сыпется, сыпется. С магией очень много сыплюсь. И ГГ. 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 Неплохо, в принципе, получилось. Команда у меня, конечно, получше получилась. Надо было их рассортировать, наверное, ребят. Но кто как заходил, так и получилось. GG. GG, ребят. Спасибо всем за игры. Было весело. День, напиши на стриме, тебе весь лед куплю один катку. Да. А, вот так напишем. Че, ну я, конечно, байбек нажму под самый конец и пойду сделаю телепорт и ультану. Опа, хорош, иди сюда. Подожди. Да, я сделаю то, что надо. Все. Хорошо. Джиджи. Ребят, ну на этой ноте, конечно же, мы закончим сегодняшний видосик. В принципе, получилось неплохо. Кто сильнее, летуны или наземные? Но наземных очень много. Летуны сильные персонажи. Они летают как-никак, а мы ходим. Но тем не менее, все зависит, конечно же, напрямую от игрока. И не более, друзья. Поставьте обязательно лайк за это видео, ребят. Напишите свой комментарий, желательно позитивный. Да, я знаю, что все сыграли бы лучше, чем те ребята, которые сейчас сыграли. Но не суть. Но не суть. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, друзья. На этом все. С вами был Ксеназис и до скорого.